На сцене мамы. И этой песней, и всей жизнью они признаются в любви своим солнечным детям. Центр «Солнечный дом», объединяющий родителей детей с синдромом Дауна, отмечает свое пятилетие. У нас как семейный центр есть, так вот семейное тепло. Вот мы несем, и у нас, когда все семьи собираются, у нас получается одна большая семья. Мы передаем вот это вот тепло своей души друг другу. Поэтому, наверное, у нас так хорошо. «Солнечный дом» открылся в 2016 году и сразу стал островком надежды для семей, где растут особенные дети. Елена с 8-летней дочерью Верой приезжает на занятия из Богородского района. На концерте Вера участвует в сценке «Жили у бабуси два веселых гуся». Это первая роль Веры, выученная в театральной студии. Еще девочка посещает логопеда, психолога, танцы, вокальную студию, йогу. Успешно прошла подготовку к школе и сейчас учится в первом классе. У нас каждый день расписан, каждый день есть какое-то занятие. И, ну, постепенно учимся, постепенно ребенок развивается. Сначала мы и речь-то была плохая, сейчас как бы она уже становится лучше. Покажи, какая птичка лежит. Вот это, а как птички поют, знаешь? А дома есть птичка, попугайчик какой-нибудь? Какая? Попугай? Попугай. А какого цвета у тебя попугай? Вот такие. Вместе со всеми веселятся две подружки-сестрички Диана и Алиса. В «Солнечный дом» они ходят с самого его открытия. По словам мамы Виктории, именно здесь ей помогли принять своего особенного ребенка, понять, что не все так страшно. Я пришла, я увидела детей в центре, уже более взрослых. Я увидела, что ну, они ходят, они общаются, да, может, на каком-то своем языке непонятно, но они общаются, они люди в первую очередь, да, и... Не знаю, я так полюбил свою Диану, что, ну, я, наверное, никогда бы не смогла ее куда-то отдать. За 5 лет через центр «Солнечный дом» прошло более 250 семей. Сейчас занятия посещают около 80 малышей. Существует выездная служба ранней помощи, группа кратковременного пребывания. Работа центра поддерживается президентскими грантами. Так, этой весной центр запускает новый проект «Первые шаги к самостоятельной жизни». У нас будет озеленение, мы скоро будем заниматься своим палисадником, и кулинарные мастер-классы, и обучение этикету, кулинарии. Я хочу пожелать веры и надежды. Потому что все остальное у этих ребят и у их семьи, и у их родителей есть. Здесь царит такая большая любовь, что равнодушных просто не остается. Я желаю этому центру долголетия, процветания и благополучия. Ирина Стефанюк, Василий Низов. Время новостей.